Всем привет, ребята. Мы смотрим на пустую доску. Так а что это за бред? Короче, пробуем играть слепую. Да. У нас есть нотация. Это немножко сложнее, чем я думал, кстати. Почему? Ну я настолько давно этим не занимался. Так, это 4. По-моему, мой соперник играет плохо. Е5. Что ты делаешь? Ты представляешь, какая позиция стоит хотя бы чуть-чуть? Ну чуть-чуть, да. Мы в короткой. Сейчас хотим фианкетировать чернопольника. Я не представляю. Серьезно. Почему абсолютно? Ты мат хочешь дать? Вот. Все, F4, погнали. Да, но я не знаю, где стоит фигу. Представляешь, сейчас чудак просто обыграет международного мастера. Причем он играет абсолютно бездарно, я прямо вижу, как это ужасно. Почему слон Е3? Мы подсмотрели эту рубрику у Алексея Алыпова и решили немножко... И у него получается куда лучше. Не, просто у него там есть какие-то шашки. А, точно. А мы-то вообще играем без фигур. Я думаю, что не то, вот у него как-то не сложно. Ну, да, дальше ты что делать? Я не могу, я могу понять, я могу там F5 где-то провести так, или нет? Так у него уже пешка на F5 стоит уже. Как стоит? Нет, нет, ничего он там. Он пошел F5 14 ходом. Ты смотри, да. Слушай, я сейчас буду подсматривать. Сейчас победим. Не, ну все это смешно, но... Ну, мы обязательно покажем вам всю эту партию в конце этого ролика, я надеюсь. Че, у нас безнадежно? Твой. H3, клубок. Ты просто так сходил. Время, чтобы потянуть. Так, очевидно, ладья висит. Ну да, ладья один. Пофиг. Ферзь F1 будет сыграно следующим ходом. Стоп. Ферзя же уже нет у нас на D1. Он игнорирует ладью. HG. Мы чем не сможем уже 4 побить? Нет. Вот как-то ферзь на C2, конь на C3, конь на D4, слон на E3, ладья D1, ладья C1, слон G2. Ваш... Ну давай, что он просит? Ход... Он хочет побить, короче. Тупо. Он, наверное, сейчас еще хочет разок попросить. Вот. Что происходит сейчас? Все, вот он побил. У нас там была ладья, да? То есть мы без качества. Теперь он играет HG. Сейчас, погоди. У него пешка на D7. Он говорит, есть идеи. Ну-ка, идеи. Нужно. Так, у него на F5 еще пешка, да? На F5? Чем она защищена? Пешка на F5? Да. Не знаю. А, ладьей, пешка, ладьей. Пешка на F6 стоит. И ладьей, и ладьей на F1. Это у нас два боя, конь D4 и FC2. Так, у нас мало времени. Ладно. Это гениально. Кем он пошел? Конем туда? Да, да, коня 6. Ладно, а ты? Ограничиваем коня. Сейчас B4 бы мы. Что-то у нас пока не очень получается. Да, это уже заметил. Ну, B4, отлично. Мы к мат-то будем давать? Когда я вспомню, где фигуры стоят, туда. Так.
конь Ну как он d7. туда пошел? Я думал, у него там пешка. Нет, что-то не помню. Когда она туда ушла? А, вот, у меня пешка на d5, значит. Все объясняет. У нас слегка мало времени. Ладно. Хорошо. Ферзя повели на f2. Так, а там же линия. А, он к пешке a3 цепляется. Так там вроде конь на h6, ладно, не важно. И зачем ты на него напал? Наверное, все это выглядит очень странно. Стоп, стоп, он коня не зевнул? Нет, там ладья на a8. Ладья ушла на c8. А, точно. Вот стоп, можем же Что он коня делает? взять. Кем он пошел откуда? Туда? Мы взяли на a6, да? Нет, иди нафиг. Это чересчур. Так, ладья c. Ну, вернули на f1. А, просто зафиксировали. А зачем он нам нужен там? Не знаю, я не вижу, где стоит ни одна фигура вообще. А, c5. Зачем пошел конь c6? Не знаю, но он как-то накатывает подозрительно. Нет, что ты сделал? Чей ход? Ладья h8 то наш. Так ладно. Так, мало времени у нас осталось. О, отлично, мат. Так. Как посмотреть партию? Нужно. Ну, те настройки, да. Нам дали мат. Симпатично. Я это немножко по-другому представлял, если честно. А, ну ладно. Реванш? Первый блин комом. Я хочу реванш, сейчас я соберусь. Всем привет, ребята. Это супер слепая ярость. Так, и мы играем черными, у нас сицилианская защита. Да, какой-то придурок вариант. В первой партии напоминаю, что нам дали мат. Мы слабо представляли, что происходило. Ну, по-моему, у нас там конь был лишний. Две фигуры за ладью, по-моему. А, да, две фигуры за ладью. Или конь. Я не смог посчитать. Так. Вот у нас лишняя пешка. А толку? Не знаю пока. Где у нас ферзь? На d8? Уже на f6. Давай димат сразу ставь. Это единственный способ победить, наверное. Слон e3. Так. А у нас конь где? Сейчас. Не, почему-то, когда я как-то вживую против реального человека играю, как-то лучше это все видно. Можно брать его не. Давай второго подтягивать. Пока. Сейчас будет сыгран ферзь d2, наверное, да? Там молодец на один забег. А как играть? Король. Слон d2, видимо. Слон d2. Интересно, сколько процентов зрителей сейчас понимают, что происходит на доске? Блин, что нисколько. Не, ну истинные любители сицилианки, конечно, сейчас прекрасно все представляют. Ну, я к ним не отношусь. Так, и зачем ты еще раз все перелистал? Смотрю подсказки. По-моему, у нас лишний слон. Mm-hmm.
симпатичен. Итак. Да, реванш. Да, все выглядит именно так, как я думал. Вероятно. Это было легко, нет? Да. Всем спасибо за внимание. Еще раз. Да, всем привет. И третья партия супер слепой ярости. И мы играем открытый дебют черными. Да, и вот этот вот гамбит. Ну, с возможностью перехода в атаку жареной печени. Ага. А, нет. На самом деле, как соперник странно играет. Я всегда думал, что тут можно взять вот эту пешку. Надеюсь, ты не погорячился. Слон на Ладно. d7. Надо брать. Накинули нам на f7, ферзь f3, конь f6. По-моему, ничего страшного, да? Или я ошибаюсь? А, мы победили. Здорово. Гениально. Что вот это за партия? Объясните мне. Ну что вот это такое? Редкостный бред. Кстати, что мне делать?